Всем привет, мои хорошие! Я рада вас всех видеть на своем канале, где я худею с большого веса. Девчонки, немножечко приболела, ну так, поэтому видео не выходило. Такое легкое недомогание, это бывает у всех, поэтому не снимать ничего не хотелось, отлежалась, тем более вчера еще находилась. То сижу, то... Как говорится, то густо, то пусто. Я вчера находила, что-то начало все болеть. Воспалилось, некоторые места воспалились. И трошки немножечко болят. Особенно ничего не происходит в жизни моей. Поделиться с вами или там посоветовать вам у меня нечего. У самой никак ничего не получается еще пока. Никакого прям... прорыва в какую-нибудь сторону нету. Ну, ничего. Я все равно не унываю. Советую вам тоже. У кого ничего не получается пока, тоже не унывайте. Все получится. Добиться можно успехов всегда. Главное было желание. И мы придем к какому-нибудь результату, к которому мы хотим, все равно придем. Тем более, скоро весна. Настроение поднимется, ходить будем больше, движение будет больше, и все у нас наладится. Ну, в общем, как-то так. Поделиться нечем, порадовать вас тоже нечем. Все идет своим чередом, успехов пока нет, не наблюдаются. Поэтому вот как-то так. Мои тарелочки, девчонки. Потом мы с вами в следующий раз приготовим еще один салатик с сельдерея. Опять вкусный, полезный салат, при котором вы будете есть сельдерей. Потому что я знаю, что некоторые люди его не любят. Мне он нравится. Я могу его есть даже сырым. Не знаю, почему он мне нравится. Ну, а салаты эти вообще обалденные получаются, что можно есть сельдерей, худеть, потому что он помогает разжижению. Через растворение жиров. Поэтому как-то так. В общем, в следующем видео будет салатик. А пока тарелки. Всем доброго утра. На утро у меня, на завтрак, вернее, у меня просто яичница с грибами. Вот такой вот почти белковый завтрак получился. Один хлебец. Не хлебец, а такой. Такая штучка с этими льняными семенами. Сыр, потом кофе с молоком. Ну, буду стараться держаться до обеда. Часа 3-4 надо, девочки, продержаться. Это мой обед. Вот только сваренный. Это не борщ, это щи красный. С томатной пастой. Я не люблю белые щи есть. Много овощей, много зелени. Я надеюсь, будет вкусно. Здесь вот уже, наверное, 300, даже больше грамм. Не знаю, протяну потом до ужина или нет, но постараюсь. А вот до обеда протянула. Всем приятного аппетита. На ужин у меня вот такой салатик. Руккола, креветки, авокадо, яйцо. И вот два кусочка я положила, просто еще оставалось. Курицы. Я думаю, сытный салат. Хватит наесться и больше не бегать к холодильнику. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии и до новых встреч.